Сначала матч показалось, что ЦСКА не задалось. В чем были сложности в стартовом игровом отрезке сегодня? Мы знали, что Ростов будет контролировать мяч в начале. A gente teria que anular algumas jogadas deles. E нам надо было противостоять этому. Creio que poderia ter feito um pouco melhor no início do jogo, sim. Конечно, мы могли немного лучше сыграть в начале. Mas o empate não é um mau resultado e temos o jogo da volta. Я считаю, что вполне неплохой результат, ничья, и у нас впереди ответный матч. Были ли у вас такие кубковые противостояния, когда между матчами дистанция 3,5 месяца? Entre dois jogos, tipo de ida e volta, tem 3 meses de diferença. Sim, temos tempo para trabalhar, temos dois jogos do campeonato antes de entrar de férias. Но у нас еще впереди 2 матча в чемпионате, так что у нас впереди много работы. И fazer uma boa preparação na pré-temporada, voltar mais forte, que podemos melhorar ainda mais. Наша задача хорошо поработать на сборах и стать еще сильнее и сыграть ответный матч. Учитывая, что сегодня матч кубковый, и в них обычно бывает ротация. Ваша замена в перерыве связана с этим, либо по самочувствию? Всем игрокам хочется играть. И optamos por todos jogarem, é a opção do treinador também. Então, creio que eu saí um pouco ali porque eu estava um pouco fisicamente senti um pouquinho. А вообще тренер решает, кто будет играть, кто выходит на поле. Но меня заменили, поскольку был немного уставшим. Senti um desconforto ali, mas nada preocupante. Dia 3, se Deus quiser, eu estou em campo. Почувствовал небольшой дискомфорт, но ничего серьезного. И дай бог, через 3 дня выйду на поле. С Ростовом играть на этой неделе, через 3 дня, как сказали. Держали ли эту игру в уме, предстоящую? И какие выводы по сегодняшнему матчу можно сделать перед игрой чемпионата? Eu particularmente penso jogo a jogo. Na princípio do atacante, e poderia ser que eu continuasse no jogo e talvez agravasse mais a dor que eu estava sentindo. Na самом деле я мог и продолжить играть, но возможно ухудшил бы свое состояние. E aí para ajudar também a equipe pedi que me tirasse, né? И думая о команде, о том, как принести большую пользу, я попросил. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провала в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозит, и мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 7-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или какого-то